В Люберцах отметили День защитника Отечества. Торжественные мероприятия начались у мемориального комплекса «Вечный огонь». Церемония возложения цветов открыли глава округа Владимир Ружицкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. Память павших защитников Отечества почтили представители общественных организаций, военнослужащие, ветераны и молодежь Люберец. Для меня это считается один из самых главных праздников – День защитника Отечества. Нас, офицеров, это обязывает. И мы не только должны, как говорится, себя показать, но и показать молодежи, что мы живы-здоровы и хотим, чтобы они такие же были – добрые, красивые, сильные и защитниками были. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.